Ну и вот, сам москит, тоже ему уже 8-й год у меня. Это одна из первых. Вот, значит, загрузил я в камеру мясо. Значит, показываю, как можно увеличить загрузку. Очень удобно коптить мойву. Вот. Ну а так как нам цвет не важен, нам нужен дымочек. Я еще поделал вот такие штуки. Вот, и выкладываю еще в два ряда сюда. Ну, я вот для вас показываю, чтобы вы знали. Может, кому-то пригодится. И все. Цвет мы здесь не накладываем, поэтому коптим без статики. Просто будем давать дым. Ну вот. Значит, сейчас дам дым для аромата. И потом опять перенесем в сушильно-вялочный шкаф. Вот так вот это все делается. Это делается очень легко, просто, и голова не болит вообще. Никаких проблем. Кто бы что ни говорил. А то есть умельцы, которые горят пакости, а сами работают и зарабатывают на этом деньги. Вот как-то так. Все, закрываем и будем коптить. И еще раз хочу повториться, если вы уж берете оборудование, решили взять, то берите объем с загрузкой побольше. У меня на 50.